решили делать подготовку под корчевку. Вот такая заросль. Сейчас все вырезаем, выкашиваем, выпиливаем. Палим. Затем будем копать экскаватором. Вот так до подготовки. Вот так после подготовки под корчевку. Сейчас все перекапываем после подготовки. Поля, что ли? Когда корчуем после подготовки, здесь только вывозить, полить уже ничего не надо. Многовато получается лишнего земли, получается немножко больше объем вывоза. Остаются вот такие вот неровности, которые нужно в дальнейшем выровнять бульдозером, загладить и дальше дискотировать.